В этом тракторе еще стоит навигация, сдаешь линию, сам трактор ездит, утомляемость какая большая. Мы можем дольше работать, чем на других таких, в которых я работаю, 50%. Мы работаем первый год по выращиванию картофеля. Вот на данный момент сейчас мы, значит, занимаемся нарезкой гребней картофеля. В этот год мы решили попробовать применить перспективное направление, навигацию на тракторах John Deere при посадке картофеля и нарезке гребней. Данное приспособление помогает нам все внимание механизатора заострять на непосредственно посадке картофеля. То есть он едет, не смотрит направление, там, ширину междурядия, а у нас стоят мониторы на посадочных машинах, и он все свое внимание заостряет именно, как высаживается картофель, нет ли пропусков. Что у нас происходит? Когда мы, значит, сажаем по навигации, трактора, которые пойдут по нарезке гребней, они точно ходят по этому же маршруту. То есть как прошла сажалка, так и идет нарезка гребней. То есть он точно копирует, как бы, и уже гребень получается не вправо, не лево, а точно посередине. И поэтому, как бы, уже механизатор меньше устает, больше получается производительность уже посадочного комплекса. Это все позволяет нам достичь той цели, которую мы себе задаем. Выращивание продукта хорошего качества. Мы планируем уже проводить операцию посадки по этой технологии в ночное время. Потому что, ну, как известно, весной день год кормит, и поэтому каждая минута дорога. Этот год эту технологию мы опробировали. Мне лично очень понравилось. Ну, видно, что рядочки прямые, как бы ширина междурядия выдержана. Надо понять, что у нас проблем есть, как бы, с кадрами, с механизаторами. Да? То есть сейчас нет человека, чтобы он пришел, сразу начал работать хорошо, качественно. Там. Особенно это заметно на пропашных культурах. Это нужно большой опыт, квалификацию, ездить по маркеру, все это уметь, все это знать. Вот видим, что человек сажал у нас, да, эту сажалку человек первый год, как бы, у него все получалось, в принципе. То есть это автопатруль уже позволит выполнять эту операцию. Не надо уже такого опыта большого, чтобы он точно по маркеру там ездил. Вот эта технология позволяет, как бы, человек уже может садить, он не 8 часов работает, а часов 10 он работает, 12 часов работает, спокойно, не напряжно, то есть в нормальном режиме.